Друзья, смотрите, почему владелец жаловался, дверь у него не закрывается. Это нормально. Бывает. В общем, тут надо все прокручивать нахер. Тут все сбито. Так, ну-ка. Здесь все не работает, в принципе. И не то, что просто человек в возрасте, а просто ему похер было на мелочи. Большое он делал, а к мелочам относился плохо. А это плохо. Да? Следить же надо. Во! В историю попал. Ну-ка. Я понимаю, он может ослабил то, что здесь вот все не попадало, но надо просто приподнять вот так вот. И все. Тут даже, смотрите, вон, надо приподнять. Итак, друзья, ключиков на 10 отворачивается 3 болта. И нам нужно приподнять и туда. Засунуть поглубже. Все. Сейчас я все это дело закреплю. И дверь должна уже закрываться получше. И глубже, чтобы здесь более-менее хоть как бы совпадало. И чуть повыше. Сделал, друзья, лучше, но не намного. Сейчас смажу. Так. Нужно дверь слегка приподнять. Так. Тут тоже все смажу. Но это мало поможет. Но поможет. Здесь просто петли еще убиты, они вниз тянут. Нам нужно подложить сюда фанерочку, молоток, ну или брусок, и маленько приподнять дверь, выгнуть ее, а то она прыгает. Так, решил взять брусок, а то этот с молотком усилий не хватает. Вот смотрите, вот так берем, ногой держим и поднимаем. Все. Стал закрываться более-менее. Ну-ка, нет, сейчас не закрылся. О, закрылся. Здесь, да, поднялось. Здесь более-менее сравнялось, а то ступенька была намного меньше, то есть больше. Тут тоже более-менее сравнялось. Да, вот вверх. Закусывает. Нет, низ. Нужно все-таки опустить. Да. И будет закрываться лучше. Все-таки нужно опустить. Ну что, друзья, отрегулировал как мог. Болтик даже заменил. Так. Еще поставил сюда молоток. Стекло опустил и нажимал на нижнюю часть, потому что она сильно выпирала. Ну, получилось более-менее, а то было больше. Здесь хотя бы нормально, здесь более-менее, здесь тоже более-менее.
Но это уже выпирает, это металл уже пошел. Здесь уже загнило все нахер. И он бухтит, и кажется, как будто дверь не закрывается. Ну и все, нам идеал не нужен. Смотрите, еще вот. А багажник должен вот так вот быть. Походу там что-то не то. Сейчас нужно открыть и глянуть. И я вам заведомо хочу сказать, вот, например, эта машина, это чисто проект, да? Но если вы хотите брать на повседнев старую машину и восстанавливать ее, это глупо. Вы просто деньги выкинете на ветер. Так, что у нас тут? Ну да, тут все раздолбано. Что тут хотеть? Так, и вот эта запаска почему-то, да, не дает багажнику закрыться. Что-то там у него лежит. Надо это дело вытащить. Ага. И попробовать закрыть багажник без колеса. Ну что, друзья, резинку нужно под замену. Она вся сдохла, но я ее сюда более-менее заправил. Так, здесь я регулировку попытался сделать, но уже смысла нету. Уже не вижу смысла. Все, это до предела. Так, как все происходит? А, и смотрите, почему там такая горбыль. Здесь вот сломано. Это насколько можно было давить на крышку, когда здесь стояла запаска. Неправильно. Что-то там мешало. Там, я смотрю, лед был. И расстояние увеличилось, и запаска уже прям торчит. Вот. То, что сломать эту крышку. Все. Но закрываться стало получше все равно. Здесь вот все окей. А вот здесь вот придется варить. Но это потом. От этого не избавиться. Смотрите, нажимаю, и все нормально. Вот. Здесь сломано ребро. Ну, ничего. Главное, руки приложить. И деньги накопить, и проект у нас получится с вами. Конечно, я не рекламирую там ни 1xbet, ничего, помощи ноль, вообще ноль. Чисто только своими силами. Главное мне что сделать, днище надо сделать, чтобы днище было хорошее, чтобы можно было вот сюда растяжки поставить, чтобы кузов был сильный. А вот это все требуха, двери и вся херня. Ну, самая убитая — это левая дверь водительская. Она самая мертвая, ей уже вон приходилось. Вон она кривая здесь вот. Походу ограничитель, да. Ну там ограничитель уже сдох. Значит, она уже так открывалась. Здесь единственное то, что если делать ее более-менее в идеал, эту дверь под замену лучше. Просто брать новую и просто ее красить, и все. А эту чисто под разбор, там стекла вытащить, карты вытащить. Вот. Да, летней резины у меня много. Надо что-то выбрать потом. Скоро лето, скоро весна. Вот. Ну, в целом, я сейчас ее облазил. Ну, в принципе, нормальная машина. Бывали тачки и похуже, намного похуже. Блин, ну вот жалко то, что тут все сломано. Но это, в принципе, мы даже можем и с батьком заварить. Но лучше, когда буду делать днище, в принципе, сделает. Сама крышка-то она хорошая, она не гнилая. Она прям тяжелая, хорошая, хороший металл. Ну вот, изуродовали. Тут прям в наглую можно шинку сделать, и все. Так, кстати, там двери тоже были
с дверными замками в печали отвернуты, но не так сильно. Вот. Ну что вот радует еще? Реально все классно здесь. Здесь все прям супер. Мне нравится. Он еще походу красил. Это гнили нет. Это очень мне нужно, то что машина будет испытывать хорошие нагрузки. Ну все, друзья, всем пока. До следующего видеоролика. Подписывайтесь на группу ВК, подписывайтесь на YouTube. Все ссылочки в описании. Всем пока.